Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. В воскресенье в Самарской области облачно и небольшой дождь. Днем плюс 21, плюс 23 градуса. Ночью 14-16 выше 0. Ветер западный, юго-западный. Скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани облака, осадки в виде дождя. Днем плюс 22, ночью 15 выше 0. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность. Температура воздуха днем плюс 21 градус, ночью 16 с плюсом. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно, пройдет небольшой дождь. Днем плюс 20 градусов, ночью 14 выше 0. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 54%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.